На базе государственного учреждения образования «Ясли сад номер 7» города Чашники создана группа кратковременного совместного пребывания детей и родителей «Материнская школа». Что же это такое? Это своеобразная форма помощи родителям в воспитании детей. Организация совместных занятий, тренингов, консультирования, встречи со специалистами. С детьми занимается воспитатель Наталья Михайловна Падалец по специально разработанной программе. Занятия проводятся в этой группе для родителей и детей с года до трех, при условии, что последние не посещают дошкольные учреждения. Работа школы организуется еженедельно по вторникам. Такая группа функционирует здесь с октября по май на платной основе. Она формируется по заявительному принципу одного из законных представителей ребенка. Материнская школа помогает детям адаптироваться к условиям коллектива. Это своеобразная подготовительная работа к самостоятельному пребыванию малышей в детском саду без родителей. Такая форма обучения помогает взрослым получить педагогическую поддержку, консультирование в воспитании, вырабатывает правильное, грамотное общение с ребенком, устанавливает тесную взаимосвязь детского сада с семьей. При каждом посещении материнской школы происходит познавательное, музыкально-эстетическое, физическое развитие малышей, мелкой и крупной моторики рук, обогащается сенсорный опыт, проводятся совместные занятия с родителями и детьми. Это лепка, рисование, аппликация, заучивание стихов, занятия построены на сближение всех родителей и детей. Используются динамические паузы. Здравствуйте, щечки! Плюх-плюх-плюх! Пухленькие щечки! Плюх-плюх-плюх! Воспитатель также ориентирует взрослых на использование определенной литературы для детей, помогает правильно выбрать игры, необходимые для развития навыков согласно возрасту. А родителям предлагается обмениваться опытом в воспитании. Так у малышей развивается чувство защищенности и доверия, что способствует лучшей адаптации к условиям детского коллектива. А у взрослых расширяется практический опыт в вопросах воспитания. У родителей, чьи дети посещают материнскую школу, мы поинтересовались, есть ли польза от таких занятий. Сыном посещаем материнскую школу с октября 2018 года. Ходим с большим удовольствием. Общение со сверстниками содействует его адаптации в коллективе. Нам, родителям, дает возможность делиться опытом по воспитанию и правильному питанию. Здесь разнообразие игрушек, хороший воспитатель. Занятия проводятся в интересной игровой форме. Такие занятия, считаю, отличной подготовкой к посещению детского сада в будущем и хорошим времяпрепровождением для детей и их родителей.